В режиме онлайн на связи с Самарой природоохранной прокуратуры всего округа. Как остановить незаконную добычу полезных ископаемых? Главная тема повестки дня. Точек нелегальной добычи песка на карте региона становится все больше. По итогам прошлого года в области выявили больше 70 незаконных карьеров. Они есть, они неоднократные. Большое количество нарушений выявляется ежегодно. И этот масштаб уже, ну я бы не сказал, что он носит катастрофический характер, но нарушение имеет место быть. Незаконная добыча песка и других полезных ископаемых ведет не только к обмелению Волги, но и значительно ухудшает экологическую и санитарную обстановку. Чтобы эффективнее выявлять места кражи песка, на территории области привлекают аэрокосмическую разведку. Но даже при помощи космических аппаратов сложно подсчитать точные объемы украденного. Самый главный метод решения этой проблемы – это обеспечение неотвратимости и ответственности. То есть если все будут знать и понимать, что ответственность наступит, предусмотренная законом, вплоть до уголовной, то это, я думаю, будет действовать отрезвляюще. Одна из проблем, считают участники коллегии, в том, что разрешение на добычу песка на местах выдает не одно, а сразу несколько ведомств. В работе не всегда есть согласованность. Чтобы у нелегальных предпринимателей не было этой лазейки, участники коллегии предложат свои варианты решения проблемы. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События.